Я шлем купил. Нет, блядь, ты же не скидывал. А я в Инстаграм скинул. А, нет, я не видел. Нет, ну, типа, в историю. Охуенный, блядь, пиздец, понравился. А я, короче, тоже нашел шлем, тоже охуительный, блядь, фирмовый, блядь, пиздатый. Именно, да, эндуро, блядь. Ну, я только весной куплю, да? Смотри, сейчас где. Ты где, в магазине нашел что-то? Да, на дурдой, там у них этот новое поступление. Я сказал, да, бля. Да. Оригинал, бери лучше. Нахуй. Он оригинал. Он дорого да стоит. Да не возят пиздец. Оригинал. Нет, они несколько привезли. Они пиздец дорого стоят. На зоне посмотри. Там оригинальные продают. Не, я посмотрел, они оригинальные. Они от те же, которые я смотрел. Там их несколько штук. Ты через Озон заказываешь, что ли? Да. Сам сколько стоит? Да. 250 баксов. Не получилось присоединиться. Можете приглашение отправить еще раз, пожалуйста? Здравствуйте. Ты сначала поздоровайся со своими, блядь, господами, бля, ёбана. А своими сверстниками ты хотел сказать? Я стрим завел под доту, блядь. Да ладно, блядь. Да. Уже запустил? Да. Нихуя себе ты. Бля. Весь мир, получается, узнает, что ты... Ваша очередь запрещать гир. Осталось 5 секунд. Карапуз? Айрат. Бля, я вижу. Поугараю, вижу. Давай. Да, надо было под стрим рандом. Да, в натуре. Я твой рандом рот ебал здесь. И на Чене бы поугарал. Здорово. На Чене, Чеченики. Кире, салам. Алейкум, салам. Одну каточку сыграем. Они работали? Да. Вредно же. Ну, бля. Осталось 10 секунд. Ох, бля. Осталось 5 секунд. Что за пользовательское соглашение? Что за хуйня? Не знаю. В стиме. Да, не видел. У вас было? Нет. Что за хуйня? Я не заходил в этот. Я заходил, у меня не было сегодня ничего. Ты в 40 на не заходил. А, PUBG? PUBG не заходил. Ой, меня опять? По телевизору показывают. Ура! Где, блядь? Ура! Да чё? Дай бокеры. Винга, бля. The threads of fate are mine to weave. Shuttle off. Говорит, я размою черту. It's in the bag. Любому черту, говорит, размою. О да, дело теперь в шляпе. Дело в шляпе! Классный шлем, классный. Видел, да? Да, охуительный. 30 секунд до начала сражения. Брат, ну это меньше всего интересно, если честно. Ты же не потому что они катаются, взял его. Ну да, нет, ну типа, вы просто там же его берут. Мне кажется, им просто эта фирма рекламу платит. Ну, может быть, да. Не, ну выглядит пиздец круто. Мне нравится, что итальянский флаг так стильно, да, выглядит? А у меня строго. Рост, который есть. А, мировые гонки, которые? Да, это же его шлем. Это тогда вообще легендарный получается шлем. Они же поэтому... Я понял, понял. Значит, брат, не просто из-за рекламы, а потому что он топовый. Правильно? Пиздец, еще и руму у вас пизданули. Вот вы два пидораса, блядь.
У меня нет. Мы взяли. Вот вы два уёбка, блядь. Не, мы с ВДшкой взяли. Yes. Угу. Где моя тень? Там мой клинок. Мать, а. Ты не лезь на них, чё? Кентавр, знаешь, штурки сколько дамажу? Да, блядь, знаю, ёбаного. Чё скажи на своей шкуре, ощутил? Кентавр. Конечно, ебать. Он же нам не кем, правильно? Бля, знаете, в этом подкене есть сушеный абрикос, пиздец тема. Вкусная хуйня. Это стеллаж, что ли? Типа. Чё, если кто-то будет лол? Ага. Никита, если Серега лоб будет говорить? Да, но он по жизни лоб. Лоб проводите. Киря, там я стрим завел, посмотреть, как вот эти пидорасы постоянно. Можно в онлайне посмотреть, как профессионалы играют. Профессионалы и Серега. Ага. Шутка, шутка. У меня это... Черный монитор. Обычно, когда вообще Доту 2 захожу, у меня черный монитор и ничего не вижу. Сзади, да, имеешь в виду? Да, вообще черный монитор. Просто хвастается, бля, я же нахуй. Бля, ну раньше белые были, когда с кинескопом, помните? А плоские пошли, черные стали делать. Бля, они... Это что, пыли не видно было, бля? Ну, бля. Бля, фарма, Никит, вообще нету. А ты можешь планету сюда кинуть, сюда? Нет, планету можешь сюда кинуть? На кентавра. Было бы просто пиздец приятно, да, если ты планету кинул, братуха? Ну, я один смотрю, походу. Спать хочешь? Я один смотрю. Так я для тебя и завожу его, ебана, специально для тебя. Это же круто, прикинь. Как будто ты арендовал YouTube и чисто только ты можешь зайти. А чё, с ТикТока стрим? А ТикТок же хуйня. Ну, в плане, неудобно. Ну? Ну, прикинь, как ты будешь ТикТок стримить игру? Там нет такой функции? Не, ну там... Типа, я не видел такого, кстати. По-моему, нет. Игровой раздел нет? Может быть, мобильную какую-то игру можно? Ну, еще каждую хуйню давай, даже в Инстаграме есть, блядь, стрим. Да, ну там ты просто с камеры стримишь, типа, ебальник, можно свой. Ага. Ну, это же скучно. Правильно. Блядь, Джакиру заебал, если честно. На меня напали, да? Ну чё он, блядь, украинный чувак, короче, чё замутил? Может, видели? Тупо свою жизнь стримил, блядь, на ютюбе. А как он тусуется, общался. Блядь, да. Он 24 часа стрим бил. Ну как, блядь, даже спит и не спит, короче. Ой-ой-ой, Свивер, уходи, летись. И типа, ну там, заставки, типа GTA, GTA всякие, заставки, там, жизнь. Ну прикольно, фишка. Афиша, блядь. Понятно. Бля, если бы кентавра не было, можно было... И люди смотрели, писали ему всякую хуйню, короче. Ну это вот как ты, типа, в сторис запускаешь стрим, да, в инстаграме, блядь, а так он в ютубе, короче. Скитерон! Нормально, чё. Если была аудитория. Всякую хуйню с друзьями сидит, там, блядь, пошёл в кафе, блядь, пошёл туда, короче, всю дорогу, короче, стримит, блядь. Вашу центральную башню. Шарлов! Вашу центральную башню атакуют.
Игорь, ты в телефонах, в запчастях телефона каришь? Ну, знаешь, где достать? Только на iPhone. Ну, типа, есть пару челиков, кто на iPhone переводит знакомых. А на другие нету знакомых. Они чисто на iPhone или тоже занимаются? Ну, не, чисто на iPhone. А тебе на какой надо? Мне надо на Xiaomi, блядь, основную плату, блядь. Poco F4. Узнать цену. Бушные, не бушные, похеру. Мелкий сломал телефон. Yes. Номер одного челика, который поделили, занимается ремонтом. Поделили, да, да, нормально. Я прослушал. Че ты говоришь? Одного могу номер дать пацана, который занимается ремонтом Xiaomi. Чисто Xiaomi. Центральную башню атакуют. Не, это понятно, ремонтом не проблема. Запчастей уже нашли причину. Нет, ну, может, он может привезти. Я точно не знаю. Если хочешь, то есть что скинешь? Ты мне можешь тогда скинуть, что сказать, что тебе надо атакуют. Именно? Я у него спрошу. Я тебе WhatsApp сейчас скину личку. Хорошо. Сейчас, Никита, тебе наведу там помощь, но знаю, что. Вашу центральную башню атакуют. Бля, смотри, Танстрай, братан. Бля, почти убили пидора. А, все нормально, красава. Блять, кентавр это пиздец. Заебывает, если честно. Мне надо в лес уже идти фармиться, нахуй. Вот сап скинул номер, я не знаю, но я так ее, короче. В гугле нашел, вот именно как она, в принципе, называется, как ее в поисковике. Я могу, там. Понял, понял. Вот. Блин, мне это надо, нахуй. Можно было через Таобао, но, блин, у них Новый год, и я там не знаю, блин. Да, у них все, весь февраль, считай, они не будут отдыхать. Заебал этот сука. Блядь! Да. Бывает пидорас, такая. Пидорасу помочь решил. Почему ты так говоришь? Хорошему человеку, наверное, хотел помочь. Просто видишь, блядь. Сука. Ваша нижняя башня разрушена. Силы тьмы укрепили свои сооружения. А, не успел я. Еще один труп. Не, там, я просто думал, не смогу добить, а я добил его. Ой, хорош, планета идеальная. Центральная башня. Просто идеальная. Это что за инвокер, ё-моё. Это что, бог какой-то? Не-не-не, планета по... А? Блять, когда уже у меня будет Battle Fury, пацаны? Yes. Пиздец, блять, по таймингам уже надо. Фарма нету. БФ надо, брат. Я знаешь, что понял? Я на мартре бортала. Этот, я понял, знаешь что, надо первым айтемом всегда БФ пока собирать. Вашу верхнюю башню атакуют. Что там на меду кто-то там уёбывается, да? Кто там уёбывался? Вашу центральную башню атакуют. Кто ты? Или кого? Я же двоих забрал. Вашу центральную башню атакуют.
Силы света укрепили свои сооружения. Нижняя башня противника разрушена. Я строго убиваю. Вашу верхнюю башню атакуют. Ебать ты пиздоболище, блядь. Пошел ты, блядь. Кого такой, блядь, хуй, я знаю. Bitter pattern. Броня им не пом... Ох, блядь, тут все, тут короче, все, короче, четверо, ничего не нанесут. Пиздец, окей, регенерация! Там, бля, там, да, хуя, да, хуя, толпа, толпа, жесть, собрались, собрались нахуй. Подожди, я что? Бля, вот ты доктор-то порыл. Что он сделал, брат? Ты ебанат, где ты шляешься на своем инвокере, нахуй? Четыре раза пикнул, иди сюда. Не кричи на инвокера. Шарлов. Инвокер здесь уважаемый человек. Пускай уважаемый человек сначала нормально научится общаться. Вот, молодец, помнишь. Знаешь, кто тут батя? То, что у меня кил подсосал? Просто бака. Я подсосал? Братан, хуел, что ли, извини, блядь. Конечно, ты не знаешь, yes. С домофона разговариваешь? Непонятно, нихуя. Да, 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 с домофона. Cutting weave! Кил подсосал, ты кричит. Тарас, Тарас. Ладно, давайте ругаться не будем. Мы же команда, блядь! Представьте, что мы ЦСКА, нахуй. Царица, сука, Катя, да, получается, mm-hmm. Так, так, есть. Чё, 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 чё? Где? Скаталин. Пойдём Рошана заберём. А надо фармиться? Мы ещё yes. Пока его не осилим, Рошана, осилим, ты чё? Осилим, толпой. Ты думаешь, мы толпу yes. Подтянем? Смотрите, зачем сейчас Рошан? Ты сейчас позовешь толпу, там начнется. У одного жена, у другого дети. Я не смогу на Рошана подойти. Знаешь, вот ты такой нет. Да не просто. I fall upon you. Bitter pattern. Да, всех крипов съели. Кто там такой наглый у нас? А, Фура, Фуру сейчас убьют. Шарлов. Фура, ура, убегай! Убегай. Вашу верхнюю башню атакуют. Вверх сейчас разъебут нам. Вот этот скорпион ебаный, блядь. Ваша верхняя башня разрушена. Не моргай, а то меня не заметишь, дырч. I am compelled. Ничего себе лесные, блядь, станет. Yes. Лесные крипы, а не знаешь? Досты у тебя, нажми, пожалуйста, досты. Я поздно уже. Бля, я думал, что за пидорас тут у меня фармит, блядь, из этих лесных где? Моих. Ну-ну-ну. Блядь. А кто-то из врагов, да, был? Да, пидорас какой-то тупорылый, нахуй. По реке, блядь, mm-hmm. Ходит. Понятно, я не знаю даже, нет. Ну это он борзанул, да, конечно, твоих крипов трогать? Да пиздец, тварь. Ты их растил, да? Воспитывал. Ну да. О-о-о, тут... Тут толпа, тут толпа опять, опять, толпа, толпа, жесть. Где, где, где? Вот возле меня. Вот тут. Давай, забираем. Давай, урвай, давай, 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 давай. Давай. Кого? Джакира? Давай. Вот, нормально. Видишь, я не скафню. Хотя я дохуя урона внес, есть? Сейчас приду. Вашу нижнюю башню атакуют. Ой-ой-ой, 800 крит вылетел. Прикинь. Да, видел? Надо скорпиона захуярить. Ой-ой-ой. Это нормально было сейчас. Центральная хорош, башня хорош, противника беги разрушена. Боец невидимого фронта.
О, хороший инвокер вовремя кастанул скорость. Так, отдохнем, в лесу почилим. Скажи. Не, ну это, Вивер. Пацаны, это... Yes. Ну да, у меня 1300 крит уже летит, бежит. 1300, как говорится, там, про тракториста, сами знаете дальше, да? Yes. Так. A golden thread. Центральная башня противника разрушена. Я там этот тир выбил, тир. Блять, я на этого джаггернаута ебаного нарвался. Нормально. Хотел застелить, блять, и не получилось. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Да. Нормально, нормально. Центральные казармы противника разрушены. Моя джакетка, что ли? Ой, манта есть, что ли? У кого? У джаггернаута манта. Че, он ее намочил? Главное, чтобы не намочил. Ну это получается фитфест произошел, да? Это просто вишка, вишка, да, смотри, смотри. У нас Сапа не поставил вард вот здесь вот. И этот хуй весь визит сидит, и мы не знали, что он визит там. Он захуярил нас. Такая ситуация. Да, да, вард не поставил. Силы света укрепили свои сооружения. Ну, по факту, если бы там вардик был, нас бы не убили. Элементарно, ебать. Вашу да верхнюю знаю, башню атакуют. Он что-то ВД должен был поставить вард. Вашу верхнюю башню атакуют. А почему-то ВД ни одного вообще варда не поставил, заметили? Ой-ой-ой, ну, осторожно, осторожно, блядь. Вашу верхнюю башню атакуют. Блять, сука, как меня этот ёбаный скорпион заебал. Да блять, ну ёб твою мать, как-то не успел я. Сука! Виртуозно. Заебал, надо эту линку ебаную. Джакира хорошо помогает. Да, 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 да. У нас саппорта нет, к сожалению. Ваша центральная. Знаете, почему мы проебываем? То у нас нет саппорта. Силы света укрепили свои сооружения. Доктор, ты что там? Ну да, нас... да. Где воюй? У нас доктор Ферри. Доктор Ферри, блядь. А, мы еще и проебем сейчас, походу. Бля, было бы реально больше пользы, если бы варды были. Да вот нет, это просто когда мы, блядь, разъебались, Смит, надо было ебать дальше и все. Да нет, блядь, пойдемте, блядь. Ну сейчас они могут нам бить. Послушали, как всегда, таракана, блядь, все получили. Фура у нас красавчик. Бля, Фура красавчик. Вот лично от меня я лайк тебе поставлю. Фура, по-любому ты от души делаешь. Ты сейчас огонь на себя отвлек. Уважаю таких, как ты. Номер телефона в шапке профиля. От души, от души. Да, пойдем, у меня, блядь, сатаник сейчас есть. Сейчас ВД в лете затащит, не ссыки, пацаны. Конечно, ты чё? Он сейчас 7 рапир соберёт на 8 слотов, всё. И будет с руки дамажить. Да. Это было бы нечестно по отношению к противнику, парня. Ну и а что? Кто говорит про честность, брат? Можно ёбнуть кого-нибудь наверху? Эта игра такая хитрожопая, блядь, изначально, блядь. Так что надо хитрожопить тут жестко. Bitter pattern. О-о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 
Раз вы мне не дали поиграть в Кэрри, так это будет сам саппорт, ладно. Бля, ну ты жесткий. Уф, у этого Фура такие классные маленькие деревчики. Пидорский голос у тебя, Сарик. Ну, это специально было. Чтобы это ты захотел. Атак! Спасибо. Yes. Эй! Уходи, 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 Фура. Нихуя он меня разъебал, блядь. Ну это же Джаггер с этим, с Аганимом. Охуеть, блядь. Вашу нижнюю башню атакуют. Ну да. Жестко, жестко, жестко. Надо дефать, надо дефать, дефать сейчас, дефать сейчас. Пока воскресится и ноги. Ваша нижняя башня и разрушена. Вивер. Уходи, БД! Чё делать тогда он, бля? Бля, нахуя он лезет двоих жирных челиков? Я не понимаю, блядь. Там кентавр, блядь, и ещё кто-то, он лезет в двоих жирных. Они сейчас его всё равно найдут, блядь. Фура уже всё скушал, нахуй, сейчас некоторые будут. Да, Фура, да, красава, красава, я тут пока под ДФМ. Че, он обратно отвечает, отдал. Нормально, да? Верхняя башня противника разрушена. О, 1700 критик. Сатаник, мотаник, блять, нормально, короче, есть. Да там один лайн. Да, ну благодаря, конечно, Фуре это хорошо. Да. Но мы тоже, согласись, тоже не стояли, хуй сосали, играли, блядь. Мутили красоту. Yes. Наверное, ну ладно тебе, что, не смотрел, что ли? Поодиночке дидите. Yes. Я тир 4 вам положил, жесть. Yes. Инва, Инва, иди, живи, я бегу к тебе, Инва. У меня этот тир 4 минут 7. Yes. Не пизди. Кем клянешься? Твоим париком. Into the frame. Хорош, братик. Все, надо пробивать их нахуй, пацаны. А, вон им чё, блядь. Пиздец, да, проебашивает потихоньку. Нормально, нормально. Да, Фура там уже поразил. Мы, Никита, сейчас с тобой как тигры дрались, согласись. ВД, естественно, слабоват, но ничего, тоже делал. Все, сейчас Фура там нахуярит. Я компеллен. Разъебал я этого, блядь, вашего... Силы тьмы укрепили свои сооружения. Дорога ебаного, паразанна. Ну, самое сложное джаггернаут разъебать. Ну, про кентавра, блядь. Эй, Люм! Yes! Да, Фура молодец, реально, блять, красавчик, нахуй. Вали, вали, вали. Ха-ха, умница, умница, Фура, блять, Фура, блять, лайк, нахуй. Видел, как зажарил? Пиздец, нахуй. Он телепортировался. Естественно. A golden thread. А, я думал, ты возьмешь. Я бы не обиделся. У меня же с руки дамага нет такого. Даже магия. О, на Джагу кину, бля, интересно. Оп-оп. Сатаник включил, блядь, нахуй.
Ой-ой-ой, блядь, жестко было, на. Центральная башня противника разрушена. Центральная башня противника разрушена. Верхняя башня противника разрушена. Выкупился, что ли? Да, только что выкупился. Верхние казармы противника разрушены. Верхние казармы противника разрушены. Теперь у вас есть мега-крипчики. Мега-крипчики. А чё, никто не выкупает все остальные? А всё, как это? Ой, он что сделает? Победили силы света. Физики. Что, на рандомах будем катку? Не, давай PUBG. А Киря вдруг не будет? Ну чё, я буду. Давай, давай, PUBG. Ну, не знаю, бля. Джакира молодец, по сути, естественно. Но, блядь. Пура вообще, конечно, бля. Такие пуры, брат, один раз в тысячу лет рождаются. Да, у меня какая-то обнова. Мне надо Кирилл, берет там что-то принять. А, да, блядь, принять. Пока F4, узнать цену. Бушные, не бушные, похеру. Игорь, мелкий, сломал телефон. Вот ты вот прошло подавление. Поделили. Тут Дискорд зайди, в нашей комнатке вниз листай. Я правда прослушиваю. Че ты говоришь? Одного. Ну это диаграмма. Одного номер дать пацана, который занимается ремонтом. Да. Нажимаешь и там галочку зеленую включить или у тебя включено? Нет, это понятно, ремонтом не проблема. Да, включено. Частей. А, уже ну нашли, вот, наверное, поэтому ты говоришь, что я хороший шумок. Точно. Если хоть какая-то новость, технология, у меня раньше не было. Да. Не можете тогда что сказать, что тебе надо именно? Я у него спрашивал. Не, ну красава, что вы так развили. Не, они вообще шикарно, молодцы. Они прям капец развиваются. Они даже в этом официально. Как раньше было говно. Я заходил, запускал, и у меня игра даже лагала, блядь. Ну да. С Дискордом, блядь. Сейчас заебись. Все на ТС-ке сидели. Вая, М4А1 какой-то стрёмный выпал, бля. Резки, а эти танкисты с России, с чуваками общался, они Red Cow был еще, оказывается, я хуй понятно, какой-то голосовой. А он слабый, по-моему, что-то я слышал. Ну, типа он, типа, где-то, Team Speak, да? Черный кал. Не, а он, типа, вот Discord, наоборот, можно было также комнатки создавать самим. Не надо было хост, типа, хост. Для сервак создавать, все дела, бля. Да, бля. Чё там, заходите в PUBG? Да. Убают. Так, ты будешь этот стрим запускать? Да он шпай. Идет, блять, уже его не выключал. Не, ну надо же разделить, дота отдельно, этот отдельно. А, думаешь, нахуй, блядь. Ну конечно, ебать. Фанаты доты зайдут, скажут, бля, нахуй ты в этот PUBG зашел, бля. И наоборот. Ебать! Эмка уебалась, говнище ебаное.